В этом году вся страна отметила 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, из-за пандемии коронавируса запланированные мероприятия, посвященные этому дню, были перенесены. Одним из них является диктант победы. Это международный исторический диктант по событиям Великой Отечественной войны. Проходит мероприятие под девизом «Знать, чтобы помнить», а его цель – привлечь общественность к изучению истории войны. Во всероссийской акции принял участие Кашехабльский район. Она прошла на базе СОЖ номер 1 АО «Кашехабль». Участники были распределены по 5 кабинетам. Диктант победы включал в себя 25 вопросов. Задания были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе. В течение 45 минут нужно было ответить на поставленные вопросы. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне Всероссийская политическая партия «Единая Россия» реализует просветительско-патриотическую акцию «Диктант победы», которая впервые проводилась с прошлого года, с 2019 года. В этом году наш район тоже принимает участие в «Диктанте победы». Он называется «Диктант победы», но по сути это тестовые задания, которые могут помочь оценить исторические знания населения. По участникам, по положению этого диктанта, конечно, могут его писать дети в возрасте от 10 до 90 лет участники могут быть. Площадка для проведения диктанта в нашем районе определена средняя общеобразовательная школа номер 1 АО «Кашехабль». Здесь расположены аудитории, рассчитанные на 52 посадочных мест. И сегодня они, вот вы видели, мероприятие началось с прямого включения с Поклонной горы, с обращения ветеранов, и все наши участники, которые заранее должны были и зарегистрировались на сайте «Диктант Победы РФ», они сегодня приступили к работе. На «Диктант Победы» в городах российских миллионы граждан наших собрались. Всюду реют флаги и гремят оркестры. Солнце распахнуло голубую высь. Толпы молодежи, школьники, кадеты, юноши и девушки, молоды, стройны, лишь один единственный формой отличается, лишь один единственный ветеран войны. За столами длинными, где сидят участники, между молодыми сел и ветеран, возрастом почтенный, званием удостоенный, славен и нашивками пережитых ран. Ветеран ответил на вопрос привычный, где он в 41-м бой свой начинал. Нет труда в вопросе, как он в 45-м над Рейхстагом гордо знамя подымал. Но из 100 вопросов, 1000 ответов не хватило воину мудрости седин. Почему сегодня он один из 5-й роты? Почему из целой сотни он пришел один? Принять участие в диктанте победы мог любой желающий. Участники диктанта абсолютно разные категории. Это и учащиеся, и работники, и госслужащие. То есть все, кто пожелал проверить свои знания, зарегистрировался на сайте «Диктант победы». Узнать результат можно будет в личном кабинете, введя свой номер телефона, который указан в бланке. Победителям диктанта победы будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вузы. Всего по расчетам организаторов в «Диктанте Победы» в 2020 году примут участие более 500 000 человек. Хочется отметить, что акция прошла с соблюдением всех норм безопасности и требований Роспотребнадзора. Натусюк Чмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашехабльского района.